украинские пограничники и таможенники проводят проверку и оформление гуманитарного груза из России. Колонна из 280 грузовиков находится сейчас на пограничном пункте пропуска в Ростовской области. Представители Красного Креста заявляют, что достигнуто соглашение относительно доставки гуманитарной помощи, но остается открытым вопрос обеспечения безопасности колонны на украинской территории. Международный Красный Крест никогда не принимает военного сопровождения, поэтому нам требуется наш собственный эскорт и гарантии безопасности. Мы должны быть уверены, что все согласны пропустить нас по заранее согласованному маршруту. Между тем, в Сочи прошла встреча президента Финляндии Саули Нинистю и российского президента Владимира Путина, который заявил, что Россия сделает все необходимое для скорейшего прекращения конфликта на Украине и доставки туда гуманитарной помощи. Из Сочи Нинистю отправился в Киев, где в субботу встретится с президентом Украины.